Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хочу рассказать о новинке. Игра называется Schnell Derby. В данной игре вы управляете улиткой и проезжаете различные трассы. Данная игра стоит 32 рубля. В настройках игры можно поменять различные параметры игры. Также мы можем улитку, так сказать, модернизировать. Различные можно раковины на нее поставить. Но все это стоит монеток, поэтому можем цвет поменять. По цвету мы можем любой, кстати, купить. Некоторые бесплатно. Давайте выберем. Ускорители можно различные выбирать, но тоже стоят монетки. Или за реальные деньги мы их будем зарабатывать, или будем накапливать сами. Давайте посмотрим, что вся игра представляет. Нажимаем Start Game. Вот список уровней, которые нам будут доступны. Нажимаем первый. И этот список. Давайте нажмем самый первый. Идет у нас загрузка. В процессе гонки вы, во-первых, можете использовать различные ваши скиллы, которые вам помогут перегнать вашего соперника. Вот я, вот мой соперник. Каким образом происходит управление? Мы нажимаем, вот основной у нас спринт. Мы нажимаем, и наша улитка ускоряется. Но она постепенно копится, поэтому не можем постоянно ее тыкать. Также мы можем делать всякие пакости нашему сопернику. Например, бомбу кинули, видите, взрывается, и он затормаживает. Также тут, например, рейдж у меня есть. Ой, я очень быстро прошел эту трассу. Давайте посмотрим дальше, что там. Рейдж можем использовать. Наша улитка, она более, так сказать, ускоряется гораздо быстрее. Так, давайте идем дальше. Пройду я три трассы. Также мы можем докупать эти скиллы, как вы видите. Вот. Но у меня, к сожалению, пока денежек. У меня 30 всего лишь денежек. Можно, видите, апрегейт. Каждый скилл мы можем сделать апрегейт. Давайте дальше. Не будем мы. Давайте вторую трассу посмотрим, что из себя представляет. Такая прикольная, расслабляющая. Так, вот мой враг, вот я. Давайте я попробую сейчас использовать рейдж. Вперед. Вот, видите, у меня оно как бы это... Такое прям... Ой-ой-ой, извиняюсь. Так. Вперед. Сейчас мы обгоним эту... тупую улитку, видишь, какую-то еще жвачку мы ее кидаем, пакостим. Так что наш соперник, он это замедляется. Давайте перегоним эту тупую улитку. Ну, честно, я таких похожих игр еще на андроиде не встречал. Вот, ну, прикольная игрулька. Думаю, 32 рубля это не деньги. Графически очень красиво сделано, нарисована она очень симпатично. По мультяшному все сделано. Давайте еще трассу одну пройду. Я даже в нее еще не проходил. Последнюю. Чтобы уже решили, брать ее или не брать. Ну что, поехали. Вперед. Кидаем пакости всякие, кидаем жвачки всякие. Так, пока мы лидируем. Вперед. Также сверху показана сама трасса, сколько мы проехали от начала до конца. И вот красным мы, синим... Нет, синим получается мы. Ну вот такая игра. Нравится, обязательно советую ее приобрести. С вами был Android Android. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.